Привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Продолжаем сидеть дома, но выходные есть выходные. Сделать их ярче помогут театры, музеи, выставки, причем со всех концов света, которые сейчас доступны онлайн. Подробнее в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! Апреля, несмотря на пандемию, весь мир участвует в акции «Библия-ночь-2020». К ней присоединится и Самарская областная библиотека. Для читателей подготовили видео спектакля «Марьино поле» в исполнении Самарского театра «Город». Свободный доступ к записи спектакля будет открыт только в течение 3 дней. Впереди майские праздники. Уже сейчас можно настраиваться на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Для этого на сайте художественного музея доступны виртуальные экскурсии. Например, можно посетить онлайн фотовыставку «Собрание памятных мгновений». Разгадывать самарские тайны приглашает Михаил Перепелкин на своей онлайн-лекции. В планах обсуждения трилогии Толстого «Хождение по мукам». Изучением занимался сам профессор и на основе своих наблюдений сам же написал книгу, которую пока не издали. У вас есть все шансы стать первыми читателями. Телеканал «Самара ГИС» представляет в это воскресенье 26 апреля в 15:30 трансляция спектакля театра «Самарская площадь. Роддом». Комедия о еще нерожденных детях. Спектакль – номинант различных театральных премий. Не упустите возможность увидеть нашумевшую постановку, не выходя из собственной квартиры. Каждое воскресенье – новая театральная история на «Самара ГИС». В субботу в полдень состоится трансляция спектакля «Столичного тюза». На официальном сайте покажут любимый публикой спектакль «Кошкин дом». На этом все. Не упустите возможность скрасить свой досуг и оставайтесь дома. Всего вам доброго. До встречи.